Вот смотрите, я просто такой мысленный эксперимент один раз как бы хочу привести. Вот представьте, что белорусская армия завоевала бы Калифорнию. Не Калифорнию, извините, Кремниевую долину. Кремниевая долина, она тоже меньше Шкловского района. Если бы она завоевала вдруг, да, и установила бы белорусские порядки там. То есть там же ничего нет, там даже Кремния нет. То есть называется Кремниевая долина, но там даже Кремния нет. И установила бы суды, где по звонкам сверху бы решение принималось, значит, где не было бы защиты прав интеллектуальной собственности, где бы не было защиты прав бизнеса, где начала бы активно работать, значит, наши все системы проверки, где на каждом бизнесе находилось бы в 99,8% случаев находились бы нарушения. Вот. Это все бы, так сказать, превратило бы очень быстро, если мы нашу политическую систему бы перенесли на Кремниевую долину, да, она бы быстро превратилась в Шкловский район Могилевской области.